Ні, там дивіться, от поки ви їхали, ми дві години чекали швидку, там помер, людина померла. Тобто його ж забрати треба. Я понимаю. У нього чи серце, чи Бог його знає. Скорость отдельно, я Красный Крест, это отдельно. Я спрашиваю, да, я волонтер, я спрашиваю разрешение, могу ли я здесь остаться на случай, если нужна помощь? Так, скорая будет сюда ехать дольше, чем... Нет, да, пожалуйста, ну, это же ваше право, главное, чтобы вы не передавали свои жизни. Да, нет, ну, я вот, коллега, спросить разрешение да, должен. Да, да. Колега, от розбирайтеся із лікарем. А ви, хай швидка забере, людина померла там, чи серце стало, чи чого. Кого? А? Кого? Ну там помер хтось. Ніхто там не помер. Та помер, Вадим, я тобі кажу, поки їхала... Поки... Але цивільний. Поки їхала машина, чекали ж... А? Сепаратист. Сепаратист? Сепаратист, это же его принесли. Ну, сепаратисты теж же помирают. А, вы не поняли, это сепаратист, он стрелял в КПМ. Это пацаны его, вот он выбегал. Так он помер, че не? Да, но его подстрелили, на облезь, не сердце. Ясно. Какая его доля, раз не стрелял наших солдат? Ну, бачите, политик має мати гострий розум, щоб в будь-якій ситуации мати... Значит, ваш раненый в городской больнице, один тяжелый, а три оказанной помощи лечебницы. В городской больнице, да? Сейчас я буду забираться до этой городской. Не выставили, сейчас выставим. Сейчас выставим машину. Да, понял, давайте, давайте. Хорошо. Дай пару наших человек. Наразі на вулиці досить пусто. Ні-ні-ні, 9-та година, Маріуполь ще не прокинувся якось, чи, можливо, навколо штабу АТО, і тут і раніше було досить тихо у цій годині. Так, ну що, поки що один померлий, і це сепаратист, який стріляв у армію.